лауреатом общенациональной премии «Профессор года» по Уральскому федеральному округу в направлении исторические науки стал ученый Южноуральского государственного университета Андрей Епимахов. Эту премию вручают за выдающиеся научные результаты в области образования и науки. Основная тема его исследований – миграции и мобильность в древности и включение Урала в глобальные экономические и культурные процессы. Надо сказать, что миграция и мобильность играли и играют огромную роль в жизни человека, и для древности их диагностирование – это серьезная большая проблема. Вот мы как раз пытаемся эту проблему решить. На самом деле исследование готовилось довольно долго, мы его тщательно продумывали, и все равно в процессе исследования возникают совершенно новые вопросы, самые неожиданные, в том числе методического свойства. Но в этом наука и состоит. Если бы все было понятно, то незачем было бы реализовывать проекты. Отметим, что премию «Профессор года» Андрей Епимахов получает уже второй раз. Впервые ему ее вручили в 2018 году. Все это время лауреат продолжал свои исследования, и накопленные достижения позволили российскому научному сообществу дважды присвоить Андрею Епимахову награду. В нашей стране проектов такого рода практически нет. Мы первые пытаемся создать, главное, систему исследования. А дальше уже будет проще. Эта матрица будет на руках у людей, они смогут ей воспользоваться. Но создание такой матрицы, которая используется все, процесс очень непростой. Мы хотим попытаться реконструировать в полной мере систему питания и все, что с ней связано для древнего населения. Мы хотим добиться своего рода этнографии для древнего периода, что, конечно, такая сверхзадача, но мы степ-бай-степ движемся в этом направлении. Андрей Епимахов отметил, что премия «Профессор года» демонстрирует его правильный вектор направления, хотя мотивация работать всегда исходит изнутри, признание коллег – стимул продолжать работу и делиться открытиями.